Привет, либертарианцы. Обзор дешевой еды. Яблоки, по-моему, это богатырь, сорт 35 рублей. Отличные яблоки. Ну, для дешевых яблок цена 35. Дефектов особо нет, но вот такие вот точки. Но это не очень страшно. Кислые, для любителей кислых яблок. Помидоры 65, по-моему, рублей стоили. И вот такие киви тоже 65. Это, я считаю, ну, нормальная цена. Не мега дешевая, но, так сказать, нормальная средняя цена. Ой, блин, уже битое вот это вот пятно. Все, оно в труху скоро развалится, если не съесть помидорина. Так. И самое основное. Сейчас манго. Вот такое большое манго. Грамм 300-400. 18 рублей. Это отлично. Дефектов нету, вообще нету. Ну, немножко потемнело. Я не вижу дефектов. Вот такое вот манго, по-моему, Перу. 29 рублей. Но оно меньше. Видите, вот это меньше, но дороже. Ну, вот так вот получается иногда. И, в общем-то, все. Почти что вот такое еще манго. С такой наклеечкой другой. 45 рублей. Прям дороже, чем это, в два раза. Чем лучше, я не знаю. По-моему, ничем не лучше, просто дороже. Купил просто для интереса. Посмотреть. И оно еще, ну, оно как бы крепкое, нормальное, без дефектов, но что-то такое впечатление, что пятнами, скоро пойдет пятнами, они начинают идти пятнами, мягчают потом. Вот. Ну, прикольные, в общем, фрукты. По вкусу я не думаю, что отличается. Я пробовал вот этот и этот, я уже пробовал, почти что одно и то же. По манго такое сладкое, семечко здоровое. Там манго по цене дороже, дешевле, я не увидел разницы. Может быть, вот это я еще не пробовал, попробую. Ну, вряд ли, обычная манго, я думаю, будет. Так, ну, это все. Вот это вот, все я описал, все рассказал, но вот это манго, конечно, если оно грамм 400, то есть 3 штуки на килограмм по 18, это ж около 60 рублей, но это отлично, супер, и оно крепкое, оно просто кожуру срезать без дефе, ну это отлично. Просто. Ну, как картошка. 60 рублей, блин, как картошка. А это же все-таки фрукт. Вот на этом все. Пока, ребята, либертарианцы, делаем революцию, просвещаемся, долой государство. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Не верьте там всяким эсэсэровцам. Все, до свидания.